Ну, сейчас немножко сообщений связаны, так или иначе, было сообщение связано с футболом, ну а сейчас непосредственно о футболе. Вот это на ваших экранах легенда футбола, которые устроили скандал, ну, сами того не желали. Диего Марадона и Пеле решили обсудить еще одну легенду футбола. Ну, можно, наверное, так уже сказать, о Лионеле Месси. Забыл, что в микрофон, который находился рядом с ним, включен. Вот этот досадный случай произошел в Париже на одном из мероприятий, посвященных предстоящему Евро-2016. Марадона и Пеле решили перед началом события обсудить аргентинского футболиста. Телекамеры стояли далеко, звезды решили не стесняться выражений, хотя их голоса из динамиков слышали сотни людей. Диего, ты знаешь Месси лично? Да, да, но... Он хороший человек. Я сам его не знаю, хотя много слышал о нем. Он хороший человек, но ему не хватает индивидуальности. У него нет харизмы, чтобы быть лидером. Вот в наше время были совсем другие игроки. Я говорил с Ривеллино, и он тоже считает, что Месси играет хорошо, но это не личность. К слову, неприязнь к Месси, можно сказать, объединила Марадона и Пеле. Оба спортсмена до последнего времени не общались. Они поссорились 16 лет назад, когда ФИФА присудила премию «Лучший футболист всех времен» обоим игрокам. Хотя по итогам голосования, причем с большим отрывом, победил Марадона.